Всем доброе утро. Для здоровья очень полезно. Следующее упражнение. Когда вы хорошо разогрелись, хорошо потянулись, сделали все предварительные упражнения, сделали различные движения, разминочные и так далее, сделать переходы со шпагата на шпагат. Вот такие движения с минимальным подъемом разрабатывают тазобедренные суставы. Очень хорошо, если у вас будет получаться делать это без рук. Это уже следующий этап, а поначалу только руками 30, 40, 50 раз для здоровья очень полезно. Всем доброго утра. Пока-пока. Вот так мы встречаем 30-й день специального режима в городе Москва. Ха-ха-ха.